Чувак, вы вообще не представляете, что такое вебкам. Шок. Это рэп. Чувак, ты какая одежда? Ты видел, в чем он в клипе «Кто убил Марка»? Чувак просто принес волыну батину в школу и запугивал там одноклассников. Там должен был быть Кизару. Выходит подкаст, появляется пост Собчак. Сейчас модно хейтить Соду Лава. Кожа теленка покрашенная и микрозебра. Чуваки, вы просто не вывезете последствия. Писка пришла ко мне домой сегодня, чтобы я показал вам, как и где живу. Давай сначала быстренько выключим свет, чтобы вы смогли заценить видок. Видок здесь очень вдохновляющий. Если я пью кофе, то обязательно смотрю на вечернюю Москву. Квартирка у меня на самом деле не особо большая, потому что я не люблю большие помещения, я сам очень большой. Поэтому я решил поселиться в таком, знаете, типа компактном вагончике, где, в принципе, все есть. Саня Рудич подарил мне зачарованный бубен, который зачарован на удачу и какие-то ништяки. Я надеюсь, может быть, он зачаровал его на то, чтобы меня хейтили, типа, все. Пока что выглядит так. Варган — это очень интересный инструмент. В последнее время очень увлекся всякой этнической штукой. Вот эти вибрации ты языком задаешь, а ты можешь еще делать, типа, добавлять дыхание. Ну, короче, понятно. Но я не мастер игры на варгане, если что, я так чисто прикалываюсь, иногда сижу по 4 часа, типа, идут брон. Здесь такая чисто моя casual шмотка, поэтому она и стоит в комнате. Ну, знаешь, чтобы я буквально вот я тут одеваюсь, быстренько накинул что-то тут зеркало, рубашечки, футболочки, например, мерч Мигасов раз, мерч Трэвиса Скотта с этим, с Фортнайтом. А вот это, кстати, прикольная тема. Но я скорее эту футболку купил, как, знаете, арт-объект какой-то, как NFT. Конечно же, когда я увидел у Славы Мерлоу в истории, что Бершка выпустили футболки по Наруто, я взял себе майку с Итачи. О, кстати, это Glory University, это бренд Чиф Кифа, ну, Glow Gang, типа. Здесь коллаб Stenosis и Глеб Костин. Богема, Ленинград, Глеб Костин, салют. У тебя очень интересная кепочка. Это кепка Богема. Очень крутая кепка с, наверное, с девизом моим по жизни вообще. Но это правда. Ты легко отсекаешь людей? Очень. Очень просто. Если человек уходит из твоей жизни, это не страшно. На то она и жизнь. На то нас и 7 миллиардов людей. Или сколько нас? 7 миллиардов. Уже больше. Ну, типа, люди — это... ресурс. Ты тоже ресурс. Конечно, я ресурс. Исчерпаемый. Главное, что не ископаемый. Дай водички. Что ты почувствовал, когда Морген в свое время назвал тебя звездой? Открытием. Открытием? Ну, будущей звездой. Почувствовал себя банком. С приколами? Ну, еще с теми еще приколами. У меня много приколов, да. А какая была твоя реакция, когда... инстасамка и манекен сказали, что твои песни никто не слушает. Скажи, на них люди ходят? Ну, эта музыка не продается, эта музыка в минус идет. Прикол в том, что они это сказали, когда я получал больше всего денег вообще. Блядь, ну реально что-то дохуя нет. Больше всего денег за что? Ну, вообще в своей жизни, типа. Начнем с того, что такие большие суммы можно получать как? Можно получать авансом за релиз. Я никогда не беру аванс. Вообще никогда. Я знаю, что я отобью, но я не беру никогда аванс. Какого порядка были суммы, которые ты получал на пике? Ну, мне этого хватило, чтобы без урона особого просто потратить там 4,5 ляма на часы. Квартиру я вообще там лям сразу закидывал, чтобы ну, меня не беспокоили. За что прилетел этот кэш? Ну, как, стримы, выступления. Я очень активно выступал. Очень у меня... Вот прошлый год очень активный был на такую деятельность. Сейчас что-то очень скучаю, на самом деле, по большим перформансам, чтобы все были веселые, не сидели на стульях, чтобы со стулом все было хорошо.
Ну, короче, вот, соскучился я по этим временам. Самка и манекен сказали, что ты не востребован. Какие были чувства, когда увидел этот ролик? Смешно было, может, взбесился? Бро, реально, у меня никаких эмоций нет. Я не испытываю эмоции по поводу чего-то хейта в мою сторону или... Типа, если это не человек с... мнение которого мне важно, если бы там Леха Сими, например, мне там на полной, на серьезке бы начал там регулярно говорить что-то, типа, блин, Владос, ты там, ну, что-то ты там это, плохо, короче. Я бы такой, типа, ну, реально, походу, типа, что-то не так. Потому что Леха мой брат, Леха мой близкий, и я, ну, я вслушиваюсь в его слова. Я вижу в них смысл. Почему съехал с трэп-дома, где вы все вместе жили? Главная цель трэпа — это... выбраться из трэпа. И я это сделал. Так что я больше не трэп-артист. Даже безумно боясь одиночества, я, опять же, просто шел к тому, чего боюсь. И я пришел к одиночеству, и сейчас это мой друг. Потому что одиночество — это лучший тест на совместимость с самим собой. И вот тут сейчас по-любому появится эта надпись, вот эта вот. Я очень люблю «Ремень Валентина», очень люблю «Биби Саймон», «Биби Саймон Салют». Вивьен Вествуд, ремень Влад Терентьюк от Барбери. Короче, вот это, вот этот ремень реально с историей, чуваки. Сейчас я вам расскажу реальную историю, о которой невозможно молчать. Короче, вы же знаете все по-любому такой город Детройт. Ну, город заводов, как Череповец у нас, только у них Детройт. У них очень много автомобильных заводов было до того, как кризис случился. Что предприимчивые люди начали делать? Они начали делать ремни, из ремней, из автомобильных. А где ты купил? Я заказал это на каком-то местном детройтском сайте. У меня от них еще кепка есть. Welcome to Detroit вроде. Я думаю, что мы сможем его разыграть. Будете в безопасности. Кто выиграет, будет пристегнут всегда по жизни. Вот это очень интересная пара. Салют моим чувачкам в Питере. Это типы, которые делают кроссовки из натуральных материалов. То есть здесь, например, кожа теленка покрашенная и микрозебра. Не жестоко? Вот хороший вопрос. Но я же не убивал эту зебру. И зебру не убивали ради того, чтобы сделать мне кроссовки. Поэтому я думаю, что... Не знаю, чувак. Я не могу смотреть вообще, в принципе, как происходит насилие над животными. Однажды я получил пизды за то, что спас котят, чувак. От кого? Просто от мелких типов. Ну, типа, короче, я иду по двору, и мелкие типы какие-то просто хотели выкинуть котят в болото, понял, которое там за гаражами. Ну, я просто забрал котят, типа, понял, раздал пиздюлей типам, а потом один, ну, старший брат одного из типов дал мне пизды. 1300 стоит, по идее. 300? Да. Ну, блин, чувак, микрозебра плюс теленок, типа, все сшито вручную. Жестко. Dior. Я люблю Dior. Я же Dog the Og, если кто не знал. Вот эта пара меня вообще поразила. Это Mason Margiela. Очень крутые кроссовки, очень удобные. Салют, Margiela. Я думаю, что ты смотришь вписку. Это Ambush Collapse Nike. Выглядит футуристично. Надевал их раза два, наверное. Мне их вообще не с чем носить. Ну, они просто прикольные, как объект. Типа, как знаете, типа, представьте, вот тут жух, летает кроссовок. Просто прикольные педали. Кроссики — это твоя слабость? Нет, бро, это моя сильная сторона. Знаете, в чем загвоздка? Вот ты покупаешь кроссовки, не думая, с чем ты их там будешь носить или еще что-то, а потом по факту получается так, что тебе под кроссовки приходится вообще докупать все. Потому что ты дурачок и любишь кроссовки больше, чем остальные предметы гардероба. А знаете, что лучше кроссиков? Только годовой запас кроссиков. Коля, давай набирай Дрейка. Hi, bro. It's me, Вася. And Коля. Привет. We need your help again. Pimp our style. Hi, Вася and Коля. Вася, Колян, вы и так реально некуда, но я дам вам немножко соуса. Ты ведь тоже наверняка хочешь выиграть годовой запас кроссовок.
Тогда просто переходи по ссылке в описании. У тебя есть шанс выиграть один из пяти призов. Сертификат на 100 тысяч рублей от магазина Superstep. Или 4 промокода на скидку в 50% на сайте superstep.ru. А чтобы все было красиво и по-честному, мы с Калином лично подведем итоги в прямом эфире Инстаграма Superstep. Поэтому ныряй по ссылочке в описании и участвуй. Господи, Дрейк, что это на тебе такое? What the hell is this, bro? You know, this gift. Подарок от Канье, бро. Он сказал, что это стиль будущего, а он новатор и визионер. Братан, тебя походу пранканули. They tricked you, bro. Oh, shit. Твою же дивизию. Выходит, ты меня пранканул и дал мне левые кроссы. Нет. Но ты не переживай, ты тоже можешь поучаствовать в конкурсе. Don't worry, be happy. Выпускать альбомы после Оксимирона тебе не страшно? Да нет, а что страшного? Да чувак, ты же видишь, как все происходит у нас. Типа, люди ждут один альбом, альбом выходит, и все треки закономерно попадают в чарт. Затем люди ждут другой альбом, он выходит, и все треки попадают в чарт. И так происходит постоянно. Бандана прожила там дольше. Да, это так, ну, крутой релиз, потому что, ну, типа... Это же зависит, видишь, от музла. Давай, на одной чаше весов бандана, на второй альбом «Красота и уродство». Какой сам послушаешь, какой врагу подаришь? Да не знаю, бандана — прикольный релиз, но на, ну, лично для меня на разок, типа, потому что я, ну, это же все-таки релиз такой, типа, йоу, ну, типа, музыка молодежи, мы встретились, мы там разъебываемся, мы там что-то... На вайбе, на каком-то. Ну, типа, это музыка, знаешь, такая, сплочение какого-то. Альбом Оксимирона, ну, я ждал его просто для того, чтобы убедиться в своих догадках. Вот и все. Какие у тебя были догадки? Ну, 100 пудов. Что это просто будет очередной релиз Оксимирона. Неважно, каким он будет, это просто факт. Но он тебя разочаровал. Ну, я не Саня Ресторатор, конечно. Нет. Нет. Разочаровать он может, если ты фанат. У меня нет чуваков, от которых я фанатею. In my humble opinion, you know. Типа, Оксимирон, несмотря на то, что он очень пытается сильно развить какую-то мысль, типа, очень плотную экспозицию выстраивает, очень прям нагромождает, прям, это круто. Но, чувак, а чё под этим-то? Ничего. Типа, ты пишешь трек про самокопание, но при этом я не сопереживаю тебе. Не потому, что я не могу почувствовать твой страгл. Я могу представить, чувак, но это не то. Ну, типа, это слабо с точки зрения конкретно сенсуальной какой-то, сенсуального восприятия. Смотри, одна из идей Оксимирона и это его претензия к новой школе рэпа за слабые тексты. Вот к тем чувакам, которые есть здесь и сейчас. Это справедливая претензия? Конечно, справедливая. Но мне такое нельзя предъявить. Просто, короче, сейчас я заметил такую тенденцию. Сейчас очень, в принципе, всегда было модно захейтить кого-нибудь. Например, знаешь, в 2015-м модно было сказать, что «Каспийский груз» — это музыка для, блядь, подъездных дурачков, типа, что это какая-то зэковская хуйня. Блядь, люди просто не понимают. Не понимают контекст, не понимают... И все. Сейчас очень часто вижу комментарии, встречаю, типа, разве в треках «Соды» когда-то был вообще смысл? Вот у тебя есть образ, и люди следят за ним, и... У них даже не появляются мысли, догадки даже не появляются, что, возможно, что-то там есть, типа. И поэтому взгляд очень поверхностный. И люди слышат в основном, вот что они хотят слышать. Чуваки, я не наушники. Я не всегда могу давать вам слышать то, чего вы хотите от меня услышать. Когда Мирон уже называет русских рэперов, сравнивает их с богатыми китайскими туристами, в плане одежды. Магазы скамят хайбистов, МС выглядят как богатые китайские туристы. Тебя это колет? Ведь в том числе, я думаю, один из этих русских рэперов — ты. А почему меня должно это задевать? Ну, типа, смотри, одеваюсь я нормально. Чувак, ты какая одежда? Ты видел, в чем он... В
клипе «Кто убил Марка». В таком пуховике. Не, пуховик, кстати, отдельно круто смотрится. Это же какой-то дизайнер, я не знаю, имя Да. Но это какая-то прям супер брендовая вещь. Бро, я просто на этого дизайнера подписан уже 100 лет как. Круто, что его стилисты шарят. Но смотрится-то нелепо, не в тему. Так что речь, если про одежду, тут вообще не варик со мной никак. Конкурировать. Ну, конечно, тем более там с каким-нибудь Ваней Love Double Six вы вообще видели, он же модель вообще. Вот мы на моей студии домашней, здесь у меня что? Здесь у меня классика. У меня микрофон Neumann TLM-103 с экранчиком на стоечке. Наушнички у нас. Очень сложное название. Beyer Dynamic, если кто не знал про такую фирму. Это вообще, это самый классический сетап на любой студии, мне кажется. А зачем тебе две пары мониторов? А, смотри, одни мониторы у меня активные, вот эти магнаты. Я их взял чисто для того, чтобы слушать музыку с плеера, с проигрывателя. А большие — это чтобы, да, кайфовать. На самом деле, вот эти Yamaha, они слишком даже большие для такого помещения, но я брал их впрок. Звуковуха вообще лучше, я как будто не видел ничего в плане своей лаконичности. Это очень упростило мне жизнь. Это Apollo 3NX. Здесь очень удобный именно интерфейс. То, что можно с одной кнопки замьютить мониторы, когда ты начинаешь запись. А вот это что за штучка лежит рядом с монитором? Это то, на что записывается сейчас вписка. Это очень мега крутой рекордер. Zoom H6. Пацаны, ребята, все, кто занимается музыкой и, возможно, хотел себе собрать студию, домашнюю студию или не домашнюю студию, мы составили специально две подборки на e-каталог. Одну более бюджетную, одну более расширенную, для того, чтобы ты мог выбрать то, что подойдет именно тебе. Поэтому переходи по ссылке в описании и записывайся дома. Пишись в свое удовольствие, но чтобы соседи тоже кайфовали с музыки. Сначала в e-каталог, а потом в магазин. Рабочая машинка моя. Какая классная картинка. Сейчас я расскажу вам историю своих обоев на рабочем столе. Однажды я дрочил, типа, искал какую-то порнуху, а вроде я ее даже нашел, и уже все играло, все было четко. А у меня одна рука, типа, была мокрая от воды. Как-то так тапнул водяной рукой своей намоченной, что одна из иконок просто сделалась обоями на рабочий стол. И я посмотрел, сначала кринжанул немножко, а потом думал, блин, это вообще лютые обои. Ну, типа, это же очень угарно смотрится. Что это такое? Это подарок Благо Уайта мне на день рождения. Из-за того, что я хикан, я никуда не хожу гулять, я сижу дома в основном и либо работаю, либо в зале я занимаюсь. Я не обкатал его до сих пор, прикинь. То есть день рождения ни разу. Я катаюсь здесь по коридору. Давайте я покажу, как я это делал. Здесь два привода, задний, передний, а также можно включить их сразу. Три скорости, чувак. Естественно, что первые две меня не волнуют вообще. Если есть третья, зачем нужны первые две? Ну, мы немножко вкатываем. Он очень резвый, он газует прям. Я не знаю, он разгоняется вроде там что-то до 60-70. Мне сказали, что это Lamborghini в мире самокатов. Let's go! И у него еще очень крутой тормоз. Он прям какой-то, знаешь, типа, вот посмотри. Он дисковый, что ли, или какой-то, ну, короче, лютый тормоз. Что-нибудь сыграешь, может быть? Я забыл аккорд, бро. Я забыл аккорд! Нет! Вот это было красиво. Вот это класс. Ну вот ну, что да. Рука плещет пианисту. Я должен здесь это сказать. В связи с тем, что правила игры у нас сейчас здесь меняются немножко. Альбом выйдет зацензуренным. Зацензуренным? Да, у него будет цензура. Это потому, что сейчас началось давление? Конечно, конечно. И что, ну, как бы я принимаю правила игры. Реально. К слову, га...
можно встретить там раз в два трека, в три. Это старый Soda Love, у которого было очень много вредных привычек, который много чего не понимал. Сейчас-то он уже другой. Сейчас ты чистый? Да. И уже давно? В феврале будет год, как я кристально чист вообще. Ты курил 16 лет. Да. И потом в один момент сказал себе, камон, это мне мешает. Я знаю, что среди даже моих близких, там, друзей, каждый из пацанов хотел бы забыть вообще об этом. Последние тенденции, которые происходят в музыке, и кейсы Моргена и Оджи Буда, поменяют рэп-индустрию? Она зацензурируется? Я рад, что это происходит. Объясни, почему. Я не воспринимаю ни одну из невзгод как просто тупое зло, которое пришло ко мне в жизнь. Это обязательно должно стать каким-то уроком. Тут так произошло, что я-то это понял еще раньше. Я думаю, что для артистов это возможность задуматься и подумать, блин, я же, наверное, могу, типа, расширить как-то перечень тем и выбрать что-то еще. Я, наконец-то, реально почувствовал ответственность за контент, который я создаю, чувак. Как бы это, знаешь, как бы меня это там не возносило над кем-то или еще что-то, но я реально подаю пример. И я реально знаю страгл своей аудитории, своих подписчиков, просто потому что я регулярно читаю запросики, когда там вообще, ну, какая-то жесть происходит, типа, знаешь, там, меня бьет отчим, я там еще что-то. Я стараюсь поддержать всегда, я пишу, типа, йоу, чувак, держись, все будет хорошо. Или там, если девчонка пишет, я говорю, йоу, красотка, типа, все будет кайф. Здесь я начинаю свой morning routine и заканчиваю это все своим вечерним ритуалом умывания. Ручки увлажняю. Вот кремчик на основе виноградных семечек. Увлажнение кутикулы. Вот этой штучкой. Это масло для кутикулы. Очень удобная штука. Есть еще Шанель. Пшикаюсь ей иногда. Также есть здесь Emporio Armani. Прикольная. Раньше я часто брал Труссарди. Мне очень нравились они. Вот, а здесь уже пошла смазочка. Раз. Смазочка. Два. Обычно они у меня в разных местах, потому что никогда не знаешь, где захочется вздрачнуть. Бритовка очень удобная, знаешь, когда вот надо буквально... Когда наросло миллиметр, вот ей кайф. Ну и мироместин, пацаны меня поймут. Пацаны знают, что мироместина в доме должно быть канистры вообще. Это если у тебя большой. А Слава Мерлоу у меня вообще лежит регулярно на подоконнике. Кстати, это развратный Слава Мерлоу. Сейчас надо включить милого Славу Мерлоу. Вот так вот. Пусть вот так будет. А то что-то слишком грязно. Когда говорю с кем-нибудь по фейстайму, ну когда звоню, я навожу камеру на сосок ему. Ну, типа, знаешь, человек отвечает, и первое, что он видит, это сосок Славы Мерлоу. Как обычно люди реагируют на сосок Славы? Йоу, ты что, сосок? Я такой, да, это сосок. Я не мог не спросить, ты же их по-любому со Славой Мерлоу пэйришь. Они так лежат рядом, и ты их... Нет, никогда я этого не делаю. Никогда. Да все мои чувачки знают, что я очень люблю спать с подушкой, типа. А кто не любит? Мини-зона, и поэтому здесь лежат четки, которые подарил мне мой близкий брат G4, Рамзанчик. Салам тебе, брат. Блин, Rest in Peace, Genius, Virgil Abloh. Это книжка, которую мне подарили на день рождения. New is a first to me. It's critic intended to keep people like me out. Короче, новое, говорит Вирджил, это фарс. Он говорит, что он не хочет притворяться, что он изобрел что-то новое, потому что он вдохновлен был чем-то. Вдохновление чем-то. Это неплохо, это наоборот, это двигатель прогресса. Это подходит к тебе мысль? Это как очень подходит ко мне, музыке? Потому что я регулярно чем-то вдохновляюсь. Я не боюсь, что, знаешь, меня обвинят в чем-то, что там спиздил, плагиат, еще что-то. Чуваки, жизнь слишком короткая, чтобы бояться обвинений. А байт был?
Байтил Камендазина? Алил Кида? Ну, блин, ну как байтил? Я же не... Ну, блин, ну, я брал форму, да? Я брал форму. Многие люди постоянно... Они не понимают просто, что такое форма, и постоянно меня укоряют за то, что я там кого-то что-то беру. И типа вообще недавно подумал, вообще задумался о фразе «в стиле Soda Love». Это как? Это получается в стиле комитет... Нет. Young Thug? А, нет, погоди. Future? Нет, подожди. Как это в стиле Soda Love? Чуваки, стиль — это то, что неминуемо ведет тебя к стагнации. Вот он сначала стильный, а потом это самоповторение. Очень любил Джимбо, когда только он там начал... там новый Бенз, лютый чувак. Но сейчас я не могу слушать Джимбо, потому что столько лет подряд это вороны, демоны, доггеры в склепе. Стиль — это то, что тебя неминуемо... Это рамки, чувак. Рамки, которые ты сам себе ставишь. Поэтому я просто пишу музыку со вкусом. Я становлюсь безликим за счет бешеного разнообразия. У меня так много лиц, что вы никогда не узнаете мое настоящее лицо. Есть много лиц, а есть много знал. Ты, получается, много лиц. Причем много лиц, песня много знала. Реально? Да. Я просто песня много знал. Это, наконец-то, да, мы добрались до самой главной штуки. Бля, я думал, это лампа. А да, это чувак, не лампа. Пыль. Значит, я долго не, вообще не беру это, не пользуюсь этим. Пыль, видите? Да. Не наврать, мне никак не обмануть. Это как раз-таки и есть Алекс. Тот самый легендарный, про которого я много где рассказываю, но никто его не видел лично. Открываем, и здесь вот такая штука. Мы его включаем, он включается, он включился. И теперь мы просто берем и выбираем режим. Господи, добавляем даже газку, это добавляем. Уже автоматизировали. Короче, тут много разных режимов. Блин, жесткий биток, короче. Такая темка. Ну, я побаловался пару раз буквально. И, ну, блин, очень запарно его потом там и мыть надо, и обрабатывать. Это же силикон. И, короче, это все очень сложно. С женщиной лучше? С женщиной проще. Я очень сильно хотел себе Audemars Piguet часы Royal Oak. Тоже хотел их забаздаунить. 5 миллионов? Да, ну поменьше немножко. Audemars Piguet пришлось бы ждать из бутика очень много, месяца 3. Короче, это жестко. Cartier имеется. Это вторая по любимости вообще моя модель часов. Что-то тут туманность какая-то возникла. В комплекте идет еще один ремешок из какой-то кожи. Но мне не нравится материал. Ну такой, картонный какой-то. За 5 лямов могли бы постараться. Я тоже так подумал. Тебе не страшно надевать часы и выходить без охраны? Нет. Да, чувак, мы живем в паноптикуме. Какая охрана, чувак? Нет, официально заявляю, кто угодно может подойти и сделать со мной что угодно. Чуваки, вы просто не вывезете последствия. Это паспорт, который я сделал отдельно. На каждый камень в этих часах 2008 природных бриллиантов. На каждый есть паспорт. Каково это сразу тратить такие деньги, учитывая, что ты долгое время какое-то провел в бедности? Смотри, у меня какое отношение к деньгам? Даже когда я жил в бедности, даже когда у меня, знаешь, грубо говоря, типа, у меня нет денег на всю неделю, там, на неделю вперед. Я знаю, что если я сегодня потрачу бабки, что я буду есть завтра. Чувак, разберемся завтра. А сегодня вкусно похаваем и спать. Ты боишься, что все это закончится? Не знаю, хип-хоп, слава, деньги, хайп. Просто запретят, выключат. Так это закончится в любом случае. Вопрос только в том, что будешь ли ты в агонии пытаться наверстать это. Вот амбиции, они конкурируют с каким-то плотским страхом постоянно. Вот это и есть страгл артиста. Хочешь оставаться в какой-то позиции, но по факту, если ты чего-то боишься, ты должен идти навстречу. То есть вот если я, допустим, начну бояться того, что я стану никому не нужным чувачком, таким же, каким я был раньше, но раньше же я этого не боялся. Вау.
Почему? Разве у тебя нет опасения, что ты дропаешь альбом, а он не залетает? Конечно, есть. Я не говорю, что я какой-то особенный. И типа вот сейчас у меня очень большой стресс. Я испытываю очень большой стресс. Просто я не хочу ныть об этом. Если любого человека, каким бы сильным он ни был, каждый день обрабатывать там хуевыми комментариями, сообщениями в личку, типа, чувак, ты такой сякой, типа, отстой, там, типа, ты все испортил, ты там это... Человек рано или поздно реально начнет думать, что с ним что-то не так. И знаешь, у меня сейчас такое состояние, когда я не чувствую абсолютно никакой поддержки, впереди только неизвестность. Ну и ладно. У меня не так много близких людей, тем более тех людей, которые, знаешь, намеренно бы интересовались моим состоянием, спрашивали: «Йоу, Владос, как ты там?» Нет, типа... Потому что у каждого сейчас очень много своих проблем. Некому и некогда поддерживать друг друга, понял? Типа, вот. Поэтому я должен сам себя уметь поддержать. И так всегда было, чувак. Типа, когда я переехал жить в Питер, кто меня поддерживал? Да никто меня не поддерживал, чувак. Когда я жил на улице, кто поддерживал? Я сам себя поддерживал. И типа, это очень важно, как ты себя ведешь наедине с собой, когда рядом никого нет. И как ты себя поддерживаешь обычно? Я просто пытаюсь взять волю в кулак и сказать: чувак, не время ныть. Время есть, Меллер. Кайф! На фоне чего этот стресс развивается? Тебе реально много хейта прилетает в личку? Ну, на данный момент очень много хейта. Прям, ну, я даже не знаю, как так. Что пишут? Пишут, что, ну, вот классические штуки а-ля «раньше было лучше», вот там, типа, вышел трек, вот там, парт соды хуйня, типа, еще что-то. Блин, чуваки, плакать начинают. Ресничка в глаз попала. Ну, тема такая. Ну да, щепетильные вопросики. Слезливая. Я просто верю в то, что это все-таки больше как маятник такой. Сначала тебя все любят, тебя все хотят видеть. Всем ты нравишься, ты такой, ты открытие года по версии Моргенштерна. Фу. Чувак, ты опять испортил трек, твои треки хуйня, Viva La Vida, пиз же не будет, типа, понял? И вот я надеюсь, что сейчас качнется маятник, когда выйдет альбом. Я напомню людям просто, кто такой Soda Love, потому что все-таки Soda Love не просто хер с горы. Когда начался хейт? Что это был за момент? Хейт начался, когда я хуйни наговорил на подкасте, просто потому что, я артист, я себя позиционирую как артист, но я же никогда не стремился, знаешь, там, нет, я, возможно, хотел стать известным, популярным, там, круто, но никогда не думал, что придется... Настолько продумывать там свой монолог. Быть артистом — это большая ответственность, и это надо принимать, если ты хочешь идти по этой дороге. Кто-то строит свою карьеру немножко на других вещах. Я все-таки не собирался становиться врагом народа. Я все еще Владос, типа, ребят, могу вообще аморально шутить или еще что-то. Просто в очередной раз мне это стало напоминанием, что все-таки шути, никто не запрещает, но шути при людях, которые тебя сто пудов поймут. Вот твои близкие. Вот с этими пацанами я вообще могу аморально шутить. Так мы и шутили. Мы и шутим, но не с вами. Потому что мы шутеры. Выходит подкаст, появляется пост Собчак. Супер влиятельная медиа-личность начинает тебя хуесосить. Я понимаю, что реально вот и шоу-бизнес, и все медиа-пространство — это одна большая игра, типа, в которой вот все играют по каким-то своим там правилам. Незнание правил не освобождает от ответственности. И мне, как человеку, которому в принципе шоу-бизнес не интересен, типа, ну, для меня это когда-то была просто картинка, я точно так же, как другие люди, смотрел на это. Я не собирался в это вникать, даже получив там известность, популярность, деньги, еще что-то, я все еще просто хочу делать дело, без которого не могу жить. Ведь я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что я имею. Ты сам писал пост извинения? Да, я писал. И мне помогал мой друг.
как там потом написали очень прям яростно. Ой, у него там копирайтер какой-то. Нет, мы просто посидели вдвоем с корешем, который в юридических и во всяких таких социальных вопросах шарит больше. Немножко меня задело тем, что люди не верят, что я там умею красиво изъясняться, писать что-то. Вы поймите, чаще всего, когда я говорю на камеру, я говорю очень бегло, быстро, я могу даже падежи неправильно ставить. Я могу разговаривать как Благо Уайт, просто потому что мне нужно быстро, прямо сейчас, максимально доступно изложить какую-то мысль. Если я сижу над заметками, я тысячу раз перечитываю, так, написал строчечку, перечитал. То есть это же такой процесс. Мы сейчас находимся в Вологде, в городе, который встретился мне на моем жизненном пути после Ухты. И здесь вот я учился в школе. Бро, это лицей, 32-й лицей. С Сариком мы с какого класса? С 7-го класса, короче, мы учились до... Какого? До 9-го. До 9-го, но один хуй, даже когда мы уже не учились, и типа до сих пор мы этот на коннектике. И это круто. А теперь... Хочу показать вам второго своего кинда. My little homie, yo. Ты его называешь «мой белый»? Бро, я его называю «мой белый». Главный вход там, нас вряд ли пустят внутрь. Точнее, нас 100 пудов не пустят внутрь. Во-первых, потому что это я. Меня нельзя пускать внутрь. А ты ушел из школы как-то с каким-то нехорошим флером? Нет, я просто ушел, потому что в 9-м классе всех начали чистить. Всю параллель. А я просто ушел в школу, где меня не сильно морочили какими-то штуками. Где я мог... покайфовать просто. Я закончил 9 классов, а потом 2 класса я еще заканчивал в цыганской школе, там у себя на райончике. Цыганская школа? Это ну как? Да, там очень много цыганских бараков рядом было, и типа там очень много всяких цыганья и всякого. Мы с Колей, как люди с Урала, знаем, что если рядом есть цыганский поселок, то есть определенные проблемы с распространением кое-чего. Да бро, там много проблем было. Там был челик, я помню, какой-то, ну типа... Они же малые, и они ебанутые. И чувак просто принес волыну батину в школу, типа, понял? И запугивал там одноклассников. Как-то раз, я помню, выхожу, что-то сишку покурить на крыльцо, и смотрю, что-то кровишка на земле. Я такой, нихуя себе, так. Ну и все, надо посмотреть. И я смотрю, и прям кровавый след конкретный, прям вот идет, короче, прям за угол, там, по дороге, прямо. Иду вперед, смотрю, и вижу просто мужичок, типа, просто... какого-то малого типа за собой там за ногу, блядь, за шиворот, не помню, тащит просто по земле прям, ну, типа, волочет, у него все лицо в кровище, типа. Ну, я такой, ебать, нихуя себе, надо сейчас подсторожить и мусорнуться, короче. Ну, я подсторожил, дошел прямо там до их дома, вот до этой вот деревяшки какой-то, блядь, полуразвалившейся. Ну, я снял, естественно, на мобилку на всякий случай, ну, и мусоров вызвал. А потом оказалось как раз-таки, что это и был вот чувак, который... Ну, типа, исполнял всякую дичку, он там вот пушку приносил, типа... А, это типа... его тащили? Да, батя, это его батя, батя, но он его жестко избил вообще. Какое ты будущее для себя представлял в классе в 9-10? Будущее? Да хуй знает. Я просто съебаться хотел отсюда, типа... И прикол в том, что, знаешь, всегда были типочки, которые такие, типа, подвязанные, там, типа, ебать, да я сейчас уже все, я сейчас там летом на подработку еду, там, в Питер, нахуй, там, у дяди, там, у бати, еще что-то, вот, сейчас перееду, и все будет охуенно. А ты такой сидишь и думаешь, бля, типа, у меня, походу, вообще хуй. Вообще непонятно, когда у меня такое получится. Я же сюда не хотел вообще приезжать. У меня родители развелись, и у меня, ну, там мама, мой брат младший, бабушка. Вот мы переехали просто, ну, потому что мама захотела переехать, и так произошло. А тебе было 12 лет тогда? Да, мне было 12 лет. Как вообще это ощущалось? Я бы не сказал, что у меня прям произошел какой-то, знаешь, там, разрыв очка конкретный, что типа, вау, блин, у меня там все мои друзья, там все... Да блин, нет, чувак, у меня не было друзей, типа, ну, не особо. У меня были мои пацаны там, ну, дворовые, типа, мои соседи. Из одной деревни ты приезжаешь в другую, она как бы больше визуально, и ты такой, вау, ничего себе, она реально больше, эта деревня. Ты все равно скучал по отцу по-любому? Блин, я не знаю, ну такой я человек, что я вообще ни по кому не скучаю никогда. Какое обычно будущее у вологодского пацана, вот у типичного, который здесь остается и никуда не уезжает? Тут опять надо Аристарха звать, я да не ё. Знаю. В основном либо это госпредприятие, либо обслуживающий персонал. То есть очень сильное деление идет. Третьего недавно понял. Очень жесткое классовое деление. И
перейти в него как бы не получается, потому что если ты уже поднимаешься, то ты валишь отсюда. А ты чего не свалил? А я сейчас двигаюсь. О, Наталья Дмитриевна, здравствуйте. А вы здравствуйте. Узнаете его? А, поняла. Да, поняла. А он, между прочим, стал рэп-звездой. Да мы наслышаны от своих учеников нынешних. И let's go. Ученики-то не знают, что здесь у нас звезда. Да. А так, конечно, дайте некоторые были бы... Реально, я не болею. Если... Да, 100 ходов. А вы тоже дайте, да, эту звезду? А скажите, он нормально учился, как конечно, рассказывает? Хорошо. Он говорит, что просто был круглым отличником, это правда? Нет, это неправда, я не говорил. Я не говорил. Учился квадратным. Это самый центр города, да? Вот музыка играет. Смотрите. Музыка очень ортодоксально играет. Это значит, что мы пришли в самое сердце города Вологда. Это Кремлевская площадь. Здесь относительно всего остального города красиво. Здесь можно, знаешь, залезть типа наверх, на этот балкончик. Там музей кружева и ну, всякая такая культурная. Я только закончил школу, я поступил в Вологодский государственный университет на лингвистику. Неделю я поучился. Причем так, знаешь, неделю, типа, это, ну, там, до четверга, может быть. И потом все, меня жестко сломило, что-то вообще депрессуха пришла, присела, накинув бушлат. А из-за чего ты вот эту депрессию словил? Ну, потому что, прикинь, тебе 18 лет. Не знаю, как там у кого, я с родителями же... Ну, у меня во многом реально от родителей... Ну, много чего зависело от родителей в том плане, что мне говорят, нет, после школы ты не поедешь никуда, ни в Питер, ни в Москву, ты, типа, будешь учиться здесь. А я-то понимаю, что, блин, нельзя проебывать время. Типа, если сейчас нет, значит, все, типа... По-другому в провинции не работает. Это реально гетто, чувак. Типа, это реально, если ты не успел выпрыгнуть... И все. В общем, я просто сел дома, да, и забухал, короче. А бухал прям водку? Да, хуярил жестко. Я просыпался уже бухой, типа, на самом деле. Знаешь, была такая тема, что ты боишься одиночества, и поэтому у тебя дома постоянно какая-то, блин, мусорка из тел. Пацаны засыпают там вшестером вот так вот и вальтом, типа, на кровати на одной. Я сидел просто в КС-ку, хуярил всю ночь. А у меня... Знаешь, у стены собирались ростом с меня коробки из-под пиццы, а мы потом их на пустыре жгли. Ну, типа, прям огромные костры такие были. У меня в холодильнике все, что было, это живой белый медведь и водка, и еще там этот, на батарее. А где ты брал деньги тогда? Ну, тебе же нужно было пиццу покупать, там, живое пиво, вот это все. Живое пиво. Бро, пиво было совсем даже не живое. Я переехал от мамы в съемную квартиру, и первое время, когда я, ну, типа, закончил школу, батя закидывал, помогал. Ну, там, знаешь, он что-то 1008 на месяц мне закидывал. И я еще шмотки перепродавал. А ты в секонде находил? Был один магазинчик прикольный в Заречье. Вот знаешь, когда в Вологде еще ничего не было, там уже вот продавались там рубашечки Барбари, типа Ральф Лорен. Типа. Ну и непаленые шмоточки были. Было много пали, конечно, но типа, блин, в то время вообще хуй кто разбирался, что паль, что не паль. Но ты разбирался? Ну так, да, относительно нормально. У меня еще чувачков много было знакомых, которые типа легит-чек устраивали. Реселлером был? Ну да. А что делать-то? На вебке я уже позже начал работать. Про вебку мы еще поговорим. И, может быть, посмотрим. Избранные фрагменты. На DVD. Нормально. Раскопали то, что ты вебкамил. Что это вообще было такое? Да прикол просто. Да деньги зарабатывал. Это же было буквально в прошлом году, выходит. Нет. Нет, это было совсем... Блин, вы видели, как я выгляжу на фотках на тех? У тебя там усы. И что со мной вообще? Я выгляжу как торчок там. Как усатый торчок. Да, да. Но это было давно. Это было очень давно. Года... Ну, 4 точно. 4 года назад это было. Почему вообще стал этим заниматься? То есть настолько были нужны деньги? Я просто, видишь, я же говорю, у нас у всех немножко разные рамки там, дозволенного, морали и прочего. Бро, это жизнь. Живи ее. Делай...
херню. Главное, не вреди никому. Типа, не делай таких вещей, которые, знаешь, ну, необратимы. Наверное, это по большей части страх ответственности. Я просто до сих пор не повзрослел и боюсь ответственности. Ну, я не могу делать какие-то вещи, которые я не смогу Ctrl-Z сделать. Типа, понял? То есть я очень сильно хочу завести детей, но я не могу сейчас себе это позволить. Я даже собаку не могу себе позволить завести, хотя очень хочу домашнего питомца. Сколько платили? Я не помню, честно не помню. Ну, честно не помню, но это было в тысячах баксов, типа. Это в месячишко? Если на лайте, так как я работал на лайте раза два в неделю, там пришел, на пару часиков посидел, ушел, ну, там 1200-300 точно можно было за месяц поднять. Еще и наличкой, типа, там, в баксах. Ну, естественно, почему? Потому что вебкам у нас вроде как не совсем легальная деятельность. Что стало с той девочкой, которая была с тобой на фотках? Да не знаю, живая вроде, написала мне относительно недавно и сказала, что я ее многому научил. И она мне благодарна. И все. Общение — это потребность. Это общение — это мастурбация от души, брат. А что с ногами, брат? Меня? Меня? Вебками. Чувак, вы вообще не представляете, что такое вебкам. Вы не представляете, насколько там тонкостей. То есть, если ты куришь сигу в кадре, это один род фетишистов. Они готовы тебе заплатить тысячи баксов просто за то, что ты куришь сигу. Если ты показываешь какую-нибудь... Если у тебя месячные, ты показываешь прокладку свою, это вообще сказочные бабки могут заплатить. Ты можешь насать в стакан. Это сказочные бабки. А пить придется? Нет, можешь просто... Ну, типа... Ну, смотря что попросит человек, смотря на что ты способен и готов. О чем тебя просили? Самая какая-нибудь безумная просьба? Бро, все, о чем просили... Мне не важно, о чем меня просят. Есть четкий список того, что я мог сделать. То есть, ну, и там ничего такого особенно жесткого не было, я думаю. В жопу точно себе ничего не пихал, если кому-то интересно. Не могу не спросить, любимый порноактер и любимая порноактриса? Отсутствует. Раньше очень Мэдисон Айви нравилась. Но... Хороша, я тоже. Я не могу, знаешь, заниматься сексом с одной девушкой, да, много раз. Ну, мне скучно просто. И точно так же я не могу смотреть на одну актрису там больше пары раз. Мне становится скучно. Поэтому я постоянно листаю, и все. У меня нет... Ну, а любимый актер, тем более, типа, бро, что вообще за вопрос такой? Коля, кто твой любимый актер? Ты. Спасибо. Фотография. Это я в том же году, в котором Young Thug выпустил Джеффри, я стою в платье. То есть просто отдал дань уважения? Нет, я просто это делал сам по себе. Дима Шок бы, может быть, и одобрил. Я вообще в правду или действие играл на этой фотке. То есть у тебя было действие надеть платье? Да, но было еще до этого, когда это в Москве я на какой-то вписочной хате, типа. А была фотка... Где я в Вологде, в розовом мини-платьице вообще. И в кепке Ральф Лорен. Я просто зашел к кенту в его магазинчик, где он банчил шмотками. И увидел это платье и такой... Го, если я его сейчас надену, ты мне там три рубашки отдашь. И он такой... Давай, типа, погнали. Ну и все. А мне по приколу. Я же панк был раньше, отбитый вообще. Ну такой веселый чувак. Ты же сказал недавно, что на свой следующий альбом ты будешь делать продакшн сам. Я думаю, что да, потому что на самом деле, конечно же, причина не в том, что очень жесткая бюрократическая запара с продюсерами, там, с битмейкерами. Мне уже мало, понял, для самоудовлетворения. Раньше было достаточно просто, знаешь, ебать, я читаю рэп, круто. А сейчас нет, у меня эго, оно постоянно раздувается, постоянно нужно... Я не могу, очень чуваки, люто, очень музыка люто. Идеально просто очень ложится. Люто. Мне кажется, что ты еще постоянно сталкиваешься с тем, что очень многие битмейкеры, которые что-то тебе кидают, звучат дефолтно, одинаково. Это ужас вообще. Тайп-бит такой бесконечный. Это ужас, потому что как будто чуваки вообще на поверхности. Ну вообще, типа они не... Ну, то, что ты делаешь, во многом это реально отражение твоего музыкального вкуса. Если ты пишешь, блядь, гиперпоп-биты... Это неплохо. Но если ты пишешь только гиперпоп-биты, это плохо. Как ты заманил всех этих людей на альбом? Там же все, от Хаски до Казина. Бро, там должен был быть Кизару.
Так. Ну, мы с Олегом охуенно общались, а потом просто он увидел историю, где я у Моргина в рестике, и, блин, дэм, все. То есть он прямо настолько... Ну, блин, ну, видишь, Олег в своих принципах прям идет до талого. Да я не осуждаю его, но это его дело, просто, ну, забавно. Просто было бы круто, типа, если бы Олег был на альбоме, потому что, да не знаю, я до сих пор слушаю его музло. Ну, старое. Круто. Ты подчеркивал важность панчлайнов в рэпе. Назови свой любимый панч, который ты сам придумал. Короче, вот есть очень простой панч. Не нужна собака, но завел суку. Очень простой панч. Очень на поверхности. Нет ТНТ, и тут нету любви, но она хочет секса, как Анфиса Чехова. О-о-о, вот это прям старая школа. Я в Питер переехал бухой, сел в поезд и уехал, больше не вернулся. Что у тебя было вообще с собой? Из денег, из вещей? Из вещей не помню уже. Сумка, я помню, сумку. В сумку я положил, ну, там, пару шмоток каких-то. Пьяным поехал для храбрости, чтобы? Нет, я просто домой пьяный пришел, такой, бля, типа, нихуя себе. Денег-то нету, а что делать-то? Ну, типа, вот. Просто купил этот, на сидячий вагончик, билет и все. Моя мамуля, моя бабуля Татьяна Геннадьевна и Елена Михайловна. Это две женщины главные в моей жизни. Отлично. У нас сразу же вопрос к вам. Вы верите, что Влад артист? Так почему не верю? Верю. А он читает в треке, что не верите. Где? Он все время с мамой там конфликтует. Чё, да задолбался. Чупальщик. Да нет, это давно. С детства артист. Он с детства у нас стихи читал. Да. Всегда у него очень много грамот было. И в садике, и в школе всегда. И учился хорошо, так что у нас хороший мальчик. Давайте, вот, еще важный член семьи, вот. Пусть будет. Блин, вот это вообще собака, блин. Короче, подарил ее маме, чтобы охраняла дом. И такая она бусинка, малепусинка была вообще. А сейчас приехала, она меня не узнает, короче. Ну, уже, наверное, узнает. Уже не этот, не ломается. А теперь не она охраняет дом, а ее охраняет. Теперь мама охраняет ее, да. Как вы отреагировали, когда он собрал вещи и уехал в Питер? Вечером у нас был разговор. Он сказал, я хочу уехать в Питер. Я говорю, я не пущу. Он сказал, я уеду. Я говорю, денег не дам в дорогу. Он говорит, у меня 500 рублей. Утром звоню Владе, а ты где? Ну, я в Питере. Ваша реакция? Ну, как? Как? Шок. Как? Шок. Это шок, это рэп майский. А вот когда вы приняли, что сын теперь музыкант, звезда? Для меня-то он сын. Я знаю, что он... Мне с других городов звонили, что поет твой ребенок. Я говорю, так не слушайте. И чего говорили? Осуждали? Конечно. А теперь, когда вышли все клипы, я им так посылаю. Они уже фанаты его. А вы все смотрите? И клипы, и интервью? Он мне говорит, ну... Многое смотрю, но я расстраиваюсь, поэтому он мне говорит, не смотри. А расстраивайтесь почему? А что, раздваиваться должна, что ли? Панчлайн. Да блин, вот у меня бабуля постоянно этот. А бабушка у нас просто Муз-ТВ. А я смотрю, папочка его нету дома. Я его смотрю по Муз-ТВ. Она мне звонит иногда, там что-то про Моргина втирает, вообще рассказывает. Да. Ты такой, ты откуда вообще знаешь? Там, как ты вообще Моргенштерн без ошибки можешь вообще произнести? То есть она у меня вообще прогрессивная молодежь. Балует подарками сейчас? Очень балует. Что дарит? Он очень помогает. Нужна была необходимость забор. Забор Владик. Чтобы мы не жили в кирпичах, Владик. Вот дом помог доделать он. Да он и сейчас все помогает, и да он во всем помогает. В общем, инвестирует в дом. Нет, он не ради этого, он, да. А вы легко смирились с вот татуировками? Нет. Когда он мне в школе приходил, говорит, мама, можно я покрашу волосы? Я говорю, в какой цвет? Он, в синий. Я говорю, не вопрос, можно, только не тату. Ну, потом съездил к папе и понеслось.
Что-то тут как-то странная связь вообще. Ну, потому что папа разрешил без моего... А, разрешил, я думал, может, папа татуировщик. Просто денег дал, вот и все. Нет, мне никто денег не давал. В смысле, о чем тут речь? Я пробивал панковски максимально с пивком, поливая пивком уши. Ты что? Какие деньги вообще, о чем речь? Все было максимально трушно и по уличным. Не пугают какие-то вещи, там, например, скандалы, вот, в которые он попадает? Успешно, временами. Или жесть, которая нас, в общем-то, и не касается, но он из всего выйдет чистый. Он не подлый человек, я слишком хорошо знаю своего сына, поэтому... Он честный, честный. То, что честный. Там пишут, гадости это... Гадости он делать не будет. Да. Нет, нет, нет. Гадости это не про него. Я знаю, что он этого, в этом не участвует, поэтому я так спокойно. Все хорошо. Да. Когда всплыла вот эта якобы переписка с малолетней фанаткой, у которой ты якобы требовал нюдисы, ты не боялся, что тебя отменят? Ну, блин, мысли, конечно, такие были. Просто я в первую очередь надеюсь на благоразумие вообще людей. Таких ситуаций же много было. На самом деле, мне, например, подписчики, опять же, и в Телеграме, и в Инсте, задолго до того, как появился вот этот фейк, присылали мне скрины, говорили, вот, блин, Владос, тут какой-то чувак, типа, прикидывается с тобой. И я думал, что когда-нибудь, рано или поздно, ну, по-любому произойдет что-то такое, когда меня попытаются просто, ну, мое имя очернить и вот такими штуками. Но я сразу же просто закинул вроде все пруфы. Мне даже пришлось номер свой спалить, но, в принципе, я этого не боялся, потому что он и так спаленный миллион раз. Из-за череды скандалов ты решился каких-то рекламных контрактов? Те компании, которые, возможно, хотели со мной посотрудничать, они, ну, они не написали, естественно. Например, недавно мне девочка рассказывала историю такую, что она общается там с брендом Сваровски, и они такие, такс, а кого бы мод нам можно потянуть там сюда-то, сюда-то. И вот она предложила мою кандидатуру, а ей ответили на это, типа, этого чувака, типа, угу. И сейчас... Сейчас модно хейтить Соду Лава, типа, ну реально. Год назад было модно упоминать его просто, знаешь, там, или как-то пытаться вывести на разговор, на какое-то внимание, а сейчас просто модно хейтить. Даже Жосу пишут люди, типа, зачем ты фитуешь Содой Лав? Ну, потому что он брат, например, мой, типа, близкий, и, наверное, потому что мы топим друг за друга, и нам кайфово вообще от того, что мы делаем. Видишь, а люди не понимают, люди пишут. По-твоему, нафига люди этим занимаются? То есть нафига им публиковать фейковые фотографии тебя и вот весь этот скандал раздувать? Наверное, людям просто скучно. Ну а что, как еще тогда можно объяснить это? Просто, ну... А, нет, есть... Сейчас будет. Есть чуваки, сливеры. Сливеры? Сливеры. Они сливают треки. Они сливают треки, типа, демки сливают, и там подговаривают битмарей некоторых. Некоторые битмари реально ведутся. Я даже историю выкладывал, что чуваки, прикинь, продюсеры, я не могу их так назвать, битмари, продают демки за пару сотен баксов, типа, грубо говоря, сливером. И они это постят. У меня же есть тоже там молодые ребята, которые регулярно там в телеге мне что-то делятся со мной какой-то инфой, и вот мне закидывают, знаешь, ссылки на профили, где публикуют сливы треков. Но помимо этих сливов, там чувак кичился тем, что это якобы он начал вот это все фейк, написать с фейков и прочее, и прочее. Мы пробили чувачка, который изначально это все начал, и, ну, типа, это вообще глупый ребенок, который, ну, реально, это глупый ребенок, который просто сидит дома, ему нечем заняться. После этого скандала у тебя бывали проблемы в отношениях с девушками? Я не знаю, как это работает, но это работает так. Я знакомлюсь с девушкой, она, если она не особо далекая, она это прямо сходу. А, это же ты там с девушками, да? Но потом следует, сам понимаешь, что, ну, типа, бартерная основа. Ну, ты понял. А девочки, которые более-менее, ну, адекватные, они после всего, что у нас может быть, смогут, ну, спрашивают, типа,
это, а вот что это там, вот это, вот, а вот это, а как вот так это было, типа, но я могу доходчиво объяснить, в принципе, как я это и делал, почему, что, как, и никаких вопросов не остается. Тебе правда нравятся девочки за 30? Ну, это уже не девочки. Ну, это группа девочки, скорее. Простите. Во-первых, я обожаю всех представительниц прекрасного пола всех возрастов. Маму Стифлера в том числе. Я не борщу, я не встречаюсь там, я не геронтофил же какой-то. Есть порог определенный. Но чаще всего мне реально, мне проще. И есть о чем поговорить, как минимум, с женщинами. Просто, которые постарше. Постарше меня и постарше девчонок, с которыми я часто общаюсь. У тебя были отношения с женщинами сильно старше тебя, скажем так? Отношений? Это как, за ручку гулять, типа? Или что вы встречаетесь? Нет. 3 месяца? Если это 3 месяца секса, тогда можно. А секс был? Смотри на этого черта. Бро, секс есть всегда, и он должен быть. Вся эта история отменила премию JQ. Ты был номинантом и светил. Да. Переживал? Мне не нужны премии, честно. Это было прикольно, когда меня позвали в яхт-клуб какой-то, типа, вау, что это такое вообще? Ничего не имею против их решения, их можно понять тоже. Для меня куда более важным и значимым событием стало то, что вот мой трек там стал неофициальным гимном выпускных. Типа, вау, это же круто, это то событие, которое вот я прекрасно помню, и это важное событие в жизни каждого подростка, выпускной. Очень круто, что вообще и, ну, и родители, наверное, больше вникают в интересы отпрысков. Если раньше у нас там исключительно какие-то там Катюши, там еще что-то там, ну, какое-то что-то, вот этот реестр каких-то песен общепринятых, которые у всех есть. Вот единственное, что вот Алсу. Простимся со школой, да. Жизнью веселой. Да. Прощайте школьные дни. Вот это было круто. Мне не нужна премия, чуваки. Я как Фредди Гибс. Типа, йоу, я Soda Love. Это не ассоциируется с премиями вообще ни с какими. Это мой андеграунд. Здесь вот мама творит. Это целый швейный цех. Ну, вообще по образованию я дизайнер, интерьерщик. Так. Но так как я шью всю жизнь, поэтому... Просто ему как зарисовку показала, что я ему хочу сделать. А я ему объясняла. Так, это будет это принт. Ну, это эскиз. Какая-то куртка, а тут какая-то вот это вот такое изображение. Лучше на спине тогда делать. На спине делать? На спине круче будет. Я увидел у вас книжечку «История моды». Вот с точки зрения моды, как оцениваете лук сына? Да я приезжаю в деревенском всегда. Когда еду в деревню, я всегда в деревенском максимально. Что у меня есть деревенское? В смысле? Сиппи Компани, Суприм, Силин. Драные носки. Носочек, опять же, модный. Как будто бы есть такая тенденция, что, типа, если ты едешь в провинцию, ты едешь туда, знаешь, в том, в чем ты не будешь выделяться максимально. Максимально casual такой, типа, ты ее... Я просто в черном весь. Короче, не знаю, я бы не стал, знаешь, ну, вряд ли бы я бы стал там Dior какой-нибудь на себя надевать, если бы поехал в Вологду. Я попросил мамулю, чтобы она... недавно мы с Филиппом Трапезниковым, салют, Филипп, обсуждали книги, которые мы читали в детстве, и мы что-то вспоминали, прям вот эти, знаешь, связанные, сшитые из огромного количества таких книжечек. Сборники. Ну, я вам скажу, блин, короче, Филипп, я сделал это. Смотри, это Петька Микроб. Петька Микроб. Петька Микроб — это легенда вообще, чувак. Вот это реальный слаймер того времени. Это вообще... Волшебный God камень. Damn, God damn. Волшебный камень — это вообще пушка. Светка. Да. Вот, блин, я прям, у меня глаза разбегаются это на самом деле. Это такая больше про Челябинск тема, волшебный камень. Базара нет. На самом деле, спасибо вписке большое за то, что у меня все-таки, вот знаете, среди плотного графика всех дел нашлись вот эти буквально пару дней, когда мы просто берем и приезжаем в места, которые много для меня значат и в которых я бы хотел побывать просто, знаешь, как портал такой. Для этого мы и здесь. Расскажи самую зашкварную историю в твоей жизни. Раз уж шоу «Зашкварные истории»
не обновляется. Мы могу микро-зашкварную историю рассказать. Давай микро. Короче, когда я был малой, и когда, ну, знаешь, это пубертат, созревание, когда у тебя только волосы начинают отрастать везде, в каких-то местах, я, короче, такой, типа, знаешь, у меня там заросло все, я такой, мужик, типа, хорош. И я, короче, понял, что сделал. Я первый раз, когда побрился, я лобковые волосы засунул в коробок из-под спичек и закинул в шкаф к себе. Зачем? Просто, не знаю, ну так, на память. Ну типа, что естественно, то не безобразно. И прикинь, что-то мама убиралась, короче, и я прихожу, у коробка нет, типа. А ты спросил у нее, где коробок? Нет. Ну и я, короче, до сих пор, нет, я просто, я до сих пор надеюсь, что она не посмотрела в него. Вроде вопросов не было никаких. Я думаю, она бы по-любому мне что-то меня спросила, если бы увидел. Я бы такой, да, эта собака налиняла, я решил собрать там чисто эксперименты там. Да, по биологии задали под микроскопом, вот. Посмотри, шерсть собаки, типа. Ты производишь впечатление максимально незакомплексованного человека. А так было всегда? Когда я был малой, я очень был закомплексованный чувак. Вспомним инстасамку, то, что она там писала про мои зубы. Зубы — это мой единственный комплекс в жизни. Но я не боюсь про это говорить. Но мне не нравятся мои зубы абсолютно. Они реально стрёмные. Ну, типа, я считаю так. Меня многие люди там уверяют, что да нет, Владос, у тебя все круто. Нет, я действительно вообще всю жизнь комплексую из-за зубов, но при этом я-то понимаю, что я поставил брекеты, я слежу за этим, и скоро у меня будут зубы, как у Big Baby Tape. Обе челюсти. Салют, Егор. И люди очень безответственно подходят вообще ко всему. Им лишь бы быстрее получить результат. То есть, блин, так, хочу себе зубы, все, спиливаю сейчас все, ставлю себе виниры. Нет, это так не работает. Организм — очень сложная структура. Очень сложный механизм. Если ты профилонил этот момент, скорее всего, к 30 ты будешь мучиться. Если ты поставил себе виниры, не исправляя прикус, ты будешь мучиться. 100 пудов. А я ко всему основательно подхожу. Салют и большая благодарность от всего сердца Монике, моему лечащему ортодонту. И если бы не она, я бы уже точно в депрессии бы в конкретной был. Как ты избавился от аэрофобии? Парадокс такой. Не нужно бояться страха, типа, понял? Страх — это самая тупая вещь, которая может быть, которая будет тебе мешать. Тебе нужно просто понять, что все реакции в твоем организме, все, что происходит, когда ты садишься в самолет, например, у тебя начинаются потоотделения, у тебя там кружится голова, расслабляются мышцы, тебе хочется в туалет и прочее, прочее. Это все абсолютно нормально. Когда я начал ходить к психотерапевту по этому поводу, на мне, знаешь, там, мы расписали, ну, такие заметочки, типа, причина-следствие. Почему вот такая реакция? Почему такая реакция? Ты вот сидишь и проговариваешься, так, вот сейчас у меня кружится немножко голова, вот сейчас у меня сухо во рту, потому что вот это. Во многом механизм страха — это же допотопная вещь, которая преследует нас еще с, там, доисторических времен. И это то, что помогало нам выживать все эти эпохи, столетия, тысячелетия. И наконец-то дождаться нового альбома Оксимирона. Если представить, что через год или через два мы снова к тебе приедем и сделаем сиквел вписки про тебя, вот каким бы ты хотел стать к тому времени? Как тебе хочется, чтобы о тебе говорили и чтобы тебя слушали твои поклонники? Я надеюсь, что именно мои поклонники... Блин, я не люблю такие слова. Поклонники, фанаты. Саппортеры. Саппортеры, действительно. Мои... родники. Моя стая, как говорит Локи Мин. Let's go. Я надеюсь, что эти люди просто повзрослеют вместе со мной. И я надеюсь, что наше взросление, оно так, таким образом пересечется, что я смогу им помочь, ну, не совершать каких-то ошибок. А если мы совершим одни и те же ошибки, то я смогу им какой-то возможный способ решения предложить, который они уже смогут либо принять, либо сказать: старый, не учи ученого, поешь говна копченого. Татуировка на лице — это ошибка? Нет. Почему? Да блин, чувак, если я вот так сделаю, ее не видно даже. Люди многие не замечают, что у меня есть татуировка на лице вообще, в принципе, поэтому
Меня она тем более не беспокоит. Не люблю никогда на будущее загадывать. Надеюсь, что когда мы увидимся с вами в следующий раз в рамках проекта «Вписка», у всех все будет хорошо, близкие будут здоровы, живы, невредимы. Ни у кого не появится больше проблем, чем есть сейчас. И печень не вырастет. Итак, ребятушки, помните ли вы, что был Детройт Ремень? Влад нам рассказывал, как поборол аэрофобию. Расскажите и вы в комментариях, как вы побороли свою фобию. И автору самой интересной истории, самого интересного рецепта мы отправим вот этот фордовский из Детройта, между прочим, ремешок. Обязательно пишите только контакты для связи с вами. Лучше ссылки на страницы в ваших соцсетях. И обязательно подписывайтесь на канал «Вписка». Ставьте большой палец под этим видео. Колокольчик, да. Пишите хороший комментарий. И о Владе не забывайте. Альбом новый скоро выйдет. Или, может быть, уже вышло, если мы протянули с выпуском. Ссылочка будет. Короче, если ты увидел это в интернете, обязательно ткни и послушай. Да будет так. Да гуда джаз. Хочу принести извинения перед всем своим комьюнити ухтинским. Ребята, которые меня ждали в аэропорту, встречали ребят из «Вписки». Я очень хотел попасть в Ухту, потому что я очень давно там не был. И тем более, знаешь, я никогда не забываю об Ухте. Я очень хотел встретиться с ребятами, которые слушают мою музыку. Поэтому, ребят, простите, и я верю, уверен, что мы очень скоро увидимся. Как ты пропустил 3 самолета подряд? Это безумие. Это безумие. Я очень пунктуальный человек по жизни. Я не такой уж прям шибко фаталист, но опять же, это как будто какой-то знак. Если нельзя было 3 раза просто пропустить самолет, причем находясь в 10 метрах от трапа, возможно, что-то бы могло произойти нехорошее. И нас просто уберегло что-то вот от этого нехорошего.